Всем привет, это Техно Препре Альфа версия игры Хухрянский 3D. Давай не будем, давай без обнимашки с Вашкой обойдемся. Ну, не будем целоваться. Ну, просто так не будем. Значит, у нас имеется магазин, у нас имеется выносливость. Читаем внимательно подсказки. Написано подход. Давай не будем, давай без обнимашки. Подход лишает денег. Ну, все вы знаете, о чем речь. Главный герой недавно выпил, поэтому с трудом ориентируется в пространстве. Ну, вы замечаете, да, что он быстро устает и он двигается странно. Третье. Деньги можно одолжить у престарелых курьеров Глова с желтыми рюкзаками. Четыре. Продавщица перестанет выгонять главного героя, если у него станет хватать на алкоголь. Так, сейчас попробуем подойти к заведению. Сюда! Блин, на счету нихуя не пуляй. Я что-то овощи кашу, говорю, нету нихуя. Я тебе сказала только, что я проверяла. Ты достань мне кость. Слушай, ты выся. Сейчас я, блядь, если я сейчас тот буду, сука, скажи. Сейчас, сука, если не дай бог, я сейчас тебе не понял, я тебе сейчас. Сейчас я тебе скину. На, только 10 гривен. Пошел бы нахуй эту мою магазин. Быстро, я говорю, отошел. Я говорю, отошел быстро. Так, вот у нас не хватает средств, нужно найти способ получить деньги. Так, ну и я, следственно, следовательно, поставил цену на алкоголь 100, поэтому нам нужно будет сейчас... О, вот он тоже поедет. В залогу тебе, в лаваху ты нахуй поедешь. В лаваху тебе ждать. Чего ты тут пляшешь? Сука, отметелил на меня, ебать. Очень, сука, блядь, напал на меня, блядь. Что, блядь, слабо на него, блядь, слышишь? Что ты теперь делаешь? Ставь, блядь, я пью, потому что я тебя знаю, теперь не пью. Ебать, сука, блядь, ебать, что ты, сука, пустишь, нахуй. Блядь, сука, пидорас, нахуй. Я тебя знаю, теперь не пью, блядь. Так, 17 гривен у него взял. Ну, еще один. Иди нахуй, блядь, корова, сука. Ты что, дура или что, нахуй? Ёбаный в рот, блядь. Так, мы устали. Мы очень устали, но мы одолжили 49 гривен. Еще не хватает 60 гривен. Дети... Так, у него вот, как видите, он уже, блин, довольно сложно, он, блин, перемещается. Фух, он устает. Так, и кого же еще одолжить? Ой, как он, блин, сложно, он уже устает, он уже зевает, да, видимо? Долбоёбы так! Иди нахуй, блядь, корова, сука! Ты что, дура или что, нахуй? Ёбаный в рот, блядь! Так сказать, под, с подделанными деньгами. Так. Теперь... Ух, устали, нужно еще отдохнуть. Чего не хватает? 21 гривны. Блядь! Откнулся. Так, блин, ну что же это такое? Ну, он слишком пьяный, чтобы ходить. Так. Кстати, это очень вкусный суп сварил. Ты шо, блядь, слова? Ты шо, блядь, корова, сука? Ты шо, блядь, еще раз? Ебаный в рот, блядь! Раз, нахуй! Ты тебе так можешь с поделом за деньгами. Так, теперь главное... не пройти рядом с его женой, потому что деньги, блин... Ты
как и в тот раз. 5 минуточек.